Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. И пришло включать время хорошее новогоднее настроение, поэтому сегодня у нас будет модная игру «Как достать соседа», новогодний, называется «Веселый Новый год». Нам его прислал Никита Логинов, он же CupanPlay, большое спасибо ему за это. Что ж, дорогие друзья, дорогие зрители, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сегодня 30 декабря, у меня до Нового года осталось всего 30 часов, и у меня в Новосибирске пришло время включать новогоднее настроение. Очень красивый новогодний мод, очень красивое оформление, мне очень нравится. Вот он, вот кто создал этот мод, большое спасибо ему за это. От имени канала Максимадзе, от меня, от Максима Артемова и... Короче говоря, понятно. Всех с наступающим 2021 годом. Здесь очень красиво все сделано, ребята. Автор очень красиво поработал над этим. Я этот мод сам еще не играл, но видно, что мод хороший. Несмотря на то, что тут всего... Сколько? 7 уровней. Мод прикольный. Давайте посмотрим. Ну, 8 даже. Так, добро пожаловать в новогодний мод на соседа. Вы научитесь ходить по комнатам, пакостить, прятаться и т.д. Еще можно найти 5 новогодних подарков и забрать себе. С наступающим Новым годом. Спасибо и тебя с наступающим Новым годом. Блин, красота вообще. Ух ты, сколько тут отсылочек-то, а. 2021. Минутку, тут сосед. Так, а чё? А мы как пройдем туда? Ну и... А мы как это пройти? А, погодите, знаете, что я думаю? Может, если время подождать, пока закончится, тогда и... закончится? А, точно, так и надо было сделать. Кто тут есть? Это не знаю, это Кирилл какой-то там. Сейчас время кончится. Потом поставим на... А, можно сейчас поставить на паузу. Посмотреть отсылки. Вот это, блин, я не знаю, кто это. Кирилл какой-то там, я забыл, какая там фамилия у него. Тоже мод снимает. Макс. 10. Не знаю такого. Манкей. Не знаю этого. Этого не знаю. Игорь Чем. Он уже не первый раз в наших роликах. Не знаю, кто это. Может, Кот Борис, а может и нет. Это сам по себе CupanPlay. Это Эндрю Сэм. Это не знаю кто. Это канал Максимадзе, конечно же, куда же без него, еще и новогодний причем. Вот это не знаю, это тоже не знаю. Вот извиняюсь, если кого-то обидел, что не знаю, но, блин, серьезно. Музыка прикольная. Надеюсь, за нее не забанят. Хотя бы. В шкафу нельзя прятаться, как печально. Ой, нам сейчас на кухню рвать надо срочно. О, улицу, кстати, не видно даже здесь. Да, нам надо было сваливать срочно. Мод этот красивее, чем тот, который вы увидите завтра. Завтра будет один новогодний мод. Завтра в самом начале дня, в 6 утра по московскому времени, выйдет видео с прохождением одного новогоднего мода. Ну, конечно, не такой красивый, но зато там все 14 уровней сделаны. Полное прохождение будет этого мода. Интересно, а что там внутри? Вот я бы хотел бы действительно узнать. Давайте начнем пакости. Тут всего 4 пакости. Откуда такой огромный подарок у соседа?
Вот на этот мод я оставлю ссылку на скачивание в описании. Завтра выйдет на вот новогодний мод как раз таки. Так, что у нас тут написано? Шкаф закрытый, я не могу прятаться. Ну и не нужно сидеть сюда никуда. Дверей вот этих нет. Короче говоря, у того мода, который будет завтра, там тоже будет ссылка на скачивание, но автор, но там установка будет требовать пароль, который я, к сожалению, не могу сказать. Автор держит его в строжайшем секрете. Потому что там спрайты он очень долго, несколько дней делал и не хочет, чтобы их кто-то своровал. Поэтому, если хотите узнать пароль, то свяжитесь с автором мода, и я ссылку на него оставлю в описании. Идею защиты я не поддерживаю, но что остается делать? Я знаю пароль, мне лично предоставил его автор мода, как и сам мод, собственно говоря. Но велел мне никому не рассказывать. В этот раз можно спрятаться в шкафу, блин. Ну, хватит сидеть, иди давай за пивом уже скорее. Что-то ты долго чистишь ее. Ну сколько можно, алё? Нет, я сегодня точно опоздаю на урок чистописания. Ладно, я пошутил сейчас. Никуда я не опоздаю. Никакого урока у меня нет. Ha ha ha.
Так, погнали дальше. Новогодний сезон. С Новым годом, с наступающим Новым годом, да. Сюрприз ко дню рождения. Не забывайте собирать новогодние подарки, да, конечно. Короче, не будем это смотреть. Хороший прикол соседу сюда поставить было. А, сосед тут сдувает свечу себе, да? Ничего себе, елочка у него тут. Меняем фломастер на портрет. Ну, автор хорошо постарался над этим модом, мне нравится. О, новогодний подарок еще один. Что там внутри? Жаль, только мы не узнаем. Вот новогодний подарок, приз, непонятно что. Я бы лучше взял деньги. Потом отвечу вам. Яблочный пирог. Некоторые двери закрыты. Как печально. Логотип, кстати, прикольный. То, что новогодняя шапка так красиво смотрится даже. Еще один новогодний подарок. Ой. Не то. Нет, это будет надолго. Отлично, сюда мы не попадем. А, нет, попадем. А, на кухню можно только через этот проход попасть. Хорошо. Хорошая, блин, задумка. Целых 6 минут дается нам на все при все, блин. Thank you.
туда. Волосин, можно хотя бы сюда? Нет, нельзя. Так быстро это сделать. Ладно, он там задержится надолго. Надеюсь. В смысле? Ты издеваешься надо мной или что? Но я проиграл. Это невозможно, походу. Знаете что, давайте пропустим. Я... Что-то непроходимый какой-то уровень. Может его возможно пройти, но я не знаю как. Перебор намутил автор. Не работает? Ага, ну видимо пакость это не будет работать. Стоп, надо разрисовать ноты скорее. А чё? А, микроволновки нет что ли? Ничего. Убил детей на повал. Раз, два, три, четыре. Ага, все сходится. Смотрим сейчас, что там написал. Да блин, ты не понял меня, походу. Цифры это самое. С какого уровня? По какой номер, типа? И буквы это название эпизода.
Блин, Лёха не разбирается в иконках по Angry Birds Chrome. Чё ему иконка не нравится, а? Нормальная иконка. О, да, автор тут понабутил немного, конечно. Этот ключ подойдет от аптечки? Нет, этот не от аптечки, это от чего-то другого. Но шкаф уже открытый ведь. Ключ добыть надо. Ага, вот он где, ключ оказывается. А это откуда? Так, ну и все. Вот эти два предмета вообще не нужны. Наконец-то понял. Прикалываться решил. Хотя, может, и нет. Давай, иди пробуй конфеты. Здесь все можно. Да, не очень получилось, но тем не менее. Дальше у нас что идет? Вот этот уровень я, наверное, не пройду. Он какой-то чересчур непроходимый, сложный какой-то совсем. Ну и маленькая хрюшка, последний у нас уровень на сегодня. А на балкон нельзя попасть, что ли? Да.
Беги отсюда быстрее, давай. А, я взял его уже. А, подождать, пока сосед положит челюсть в стакан. А, и как я должен? Спрятаться там негде. Сосед тут, этот, автор мода тут хардкорчику своего добавил немного. Я такое чувство, что я нифига не успею. Ни это, ни то, ни то, ни это сделать. Хотя фиг его знает. Может, успею. Успел. Так, осталась еще одна пакость. Вот только одна это какая? Точнее, вот две пакости осталось. Вот одна из них, а какая вторая? Кажется, автор не доделал игру немного. Так, ну дальше куда, я не знаю. Давайте завершим. С Новым годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме атмосфера счастья. Желаю чудесного года, только с хорошими событиями и добрыми людьми. Спасибо, и тебя тоже. С наступающим. Короче, такой вот мод, довольно интересный, красивый, но есть недостатки, немного недостатков. Что ж, ссылочка на него будет в описании. Ну, а на этом все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. С наступающим Новым годом и до встречи. Пока.